Привет, друзья! Культура Руси очень интересна и многогранна. Сегодня я хочу рассказать вам о масленице, масленичной неделе. Эта традиция берет свое начало из язычества. До 14 века наши предки праздновали Новый год в день весеннего равноденствия, 23 марта. Они праздновали приход весны, прощались с зимой, приветствовали бога солнца Ярила. И именно ему посвящена эта традиция. Блины имеют круглую форму, и они символизируют солнце. С приходом христианства эта традиция немного видоизменилась и перенеслась во времени. Теперь мы празднуем Масленицу за неделю до начала Великого Поста. В этом году Масленица начинается с 7 марта. Что мы делаем в эти дни? И что делали наши предки? Мы печем блины, мы едим вкусную еду, мы много гуляем, развлекаемся, поем, танцуем. Раньше люди катались на санях, устраивали кулачные бои, ходили друг к другу в гости. Последний день масленичной недели называется «Прощенное воскресенье». В этот день вспоминали умерших родственников и прощали друг другу все нанесенные за год обиды. А теперь давайте посмотрим, как же мы... Славяне печем блины. Берем одно яйцо. Добавляем 1-2 столовых ложки сахара. И слегка взбиваем. Добавляем немного молока. Размешиваем и добавляем муку так, чтобы получилось густое тесто. Так легче приготовить тесто на блины без комочков. Теперь разводим густое тесто молоком. И потихоньку размешиваем. Вот таким должно получиться готовое тесто. Не забудьте последним штрихом добавить в него столовую ложку растительного масла. Вот такие чудесные блины, солнечные, круглые, у нас получились. Мы едим их с вареньем, с маслом, с сахаром, со сметаной, с медом, с творогом, с мясом. Всего хорошего, пока-пока и до новых встреч!